В ближайшие сутки на всей территории региона ожидается резкое похолодание. Холодный фронт принесет с собой понижение температуры воздуха и усиление ветра. Об этом нам рассказала ведущий аэролог Нарьян-Марской объединенной метеостанции Юлия Жданова. Облачная с прояснениями погода, небольшие умеренные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Местами гололед, метель, ветер северо-западный и западный, на северо-востоке северный, 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 17-22 метров в секунду. Температура минус 3, минус 8 градусов, на востоке и северо-востоке округа минус 12-17. На западе до плюс 2. По городу Нарьян-Мар ожидается облачная погода, снег, слабая метель. Ветер северо-западный, ночью 11-16 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Температура ночью и днем минус 5, минус 7 градусов. 22 ноября ожидается прохождение холодного фронта. Ожидается существенный заток холодного воздуха, который влечет за собой резкое понижение температуры на всей территории округа и усиление ветра.